Девчонка, я помню 43-й год, своих друзей, ту переправу, свой автомат, свой пулемет, свой страх в тот день, деревню, травы. В лесу мы с другом заплутали, вокруг березы, сосны, ель, и тишина на душу давит, с ума нас сводит шум ветвей. Мы вышли к мелкой деревеньке, и тут одна сплошная тишь. Мы автоматы зарядили, переступили через камыш. И страх, и горечь, и обида, они заполнили меня. Вокруг гулял смердящий запах, и мертвых целая толпа. Врата все настежь распахнули, дома пусты, и все в тиши. И слезы на глазах застыли. Недавно здесь враги прошли. А нас лишь двое. Все так скудно. Патронов мало. Мало сил. Лишь две березки как-то чудно тянутся к свету, что так мил. И я вошел в одну избенку. В ушах стоит сплошная тишь. А время будто бы застыло. В углу не пискнет даже мышь. У печки стол стоит покрытый. На нем холодный самовар. Полупрокинутая чаша, а в ней невыпитый отвар. Дом небольшой был. Пару окон. Буквально печь, диван, кровать. И я заглянул в одну из комнат. Душой хотелось закричать. Там на полу лежит девчонка, уснула мертвым, вечным сном, в руках держа свою игрушку, не переступит больше дом и не услышит гром весенний, не сможет в небо посмотреть, не восхитится ночью летней, не сможет руки обогреть. Одна могла когда-то позже с детьми и мужем выйти в луг, услышать смех друзей и близких, постигнуть боль житейских мук. Враги решили по-другому, убили и не пощадив, не смиловались над ребенком, в оковах смерти удавив. В чем только дети виноваты? Зачем ввязали их в войну? И так повсюду, только смысл. Его никак я не пойму. Что дети только пережили? Судьба была их решена. Не знали, за что погибали. Не их была эта война.